parādīs ar pirmo Krievu valdi, un pēc tam jūs varat uzdot jautājumus man, šeit jau komisē, un Nikolajam Kabanovam, kas strādā, kā režisēr un scenārists. Nikolaj Kabanov būs čik pūļ, un šeit всеми, режисер и сценарист, вопросы ему вы можете, вопросы ему вы можете задать после демонстрации. Демонстрация будет часть 15 детей. Фильм достаточно тяжелый, на свое мнение вы составите. Я только хотел вам сказать, что замысел был показать непростую историю этой территории, на которой мы живем, нашей страны, которая тогда 41-45 годы называлась Осло, была немецкая колония. Было две линии политических развития страны. И представители различных линий. Те, которые поддерживали Германию, нацизм, и те, которые поддерживали Советский Союз, и которые поддерживали коммунистическое будущее страны. Как нам удалось показать, насколько объективно судить вам, я больше не буду пересказывать содержание фильма, поскольку именно для того, чтобы вы ознакомились с ним, мы вас пригласим. Лудзу Саксин! Алло, Саксин! Аппарат должен немножко нагреться. Сказали, что нет вас. Говорит, было.